Hello friends, we continue this playlist. Друзья мои, давайте с вами поговорим про такую важнейшую тему, как слово образование. Как сказать, кстати, слово образование на английском языке? Значит, слово будет word, образование, formation, word, formation. Значит, давайте с вами поговорим про приставки. На английском называется это prefixes. Prefix – это приставка. Значит, очень часто возникает вопрос, когда выбрать, соответственно, an, когда выбрать in, когда выбрать this. Есть ли какие-то правила, соответственно, как это запомнить? На самом деле, что касается вот этих приставок, здесь нет четких правил, то есть нет каких-то правил, что вот здесь an, in, this, здесь только нужно запоминать. И давайте я напишу несколько слов, а вы выберете, соответственно, правильную приставку. Например, advantage – это преимущество. Как сказать недостаток? Advantage, disadvantage. Далее. Внимательный. Attentive, невнимательный. Подумайте, какая приставка. Inattentive. Inattentive. А может быть an? Давайте проверим. Ведь если вы ставите an, attentive, то поочередно неправильно. Inattentive. И вот может возникнуть такой вопрос. Ну хорошо, а как же нам понять, когда у нас this, когда in? Ведь на самом деле очень сложно угадать. Но я просто хочу вас научить вот определенному образу мышления. Здесь просто, друзья мои, когда вы встречаете слова с различными, соответственно, приставками, суффиксами, обращайте внимание на эти суффиксы и приставки и запоминайте. Вот на самом деле вы много раз увидите это слово или услышите inattentive, вы рано или поздно его запомните. Просто обращайте внимание вот именно на приставки и, соответственно, на суффиксы. Далее. Следующее, например, слово «эффективный». «Effective» – «неэффективный». «Ineffective» – это достаточно легкое слово. Далее. Есть такое слово «безопасный». «Safe» – «небезопасный». «Unsafe». «Unsafe». Далее. «Порядок». Order, беспорядок, disorder. Например, все в беспорядке, все находится в беспорядке. Как вы сами скажете, все находится в беспорядке. Если все в порядке, находится everything is in order, это выражение. Если в беспорядке, вы скажете everything is in order. As everything is in disorder. То есть просто обращать внимание именно вот на эти приставки. Далее. Например. Слово accurate. Точный. Неточный. Inaccurate. Inaccurate. Значит, первое, что я вам хотел сказать. Обращайте внимание именно на приставки, соответственно, на суффиксы. Word formation. An, in, dis, disadvantage, inattentive, ineffective, unsafe, disorder. Everything is in order. Everything is in disorder. Inaccurate. Далее, друзья мои. Может возникнуть вопрос, а есть ли какие-то приставки, где есть какие-то правила? Да, действительно есть. Это, соответственно, касается слов, которые начинаются на приставку ir. Соответственно, когда углядится ir, если слово начинается на r, то мы ставим ir. Например, как будет рациональный? Rational. Нерациональный. Irrational. Ответственный. Responsible. Безответственный будет irresponsible.
правильный или регулярный. Regular. Неправильный. Irregular. Видите, вот правило здесь работает. Это видим достаточно четко. Далее, то же самое. Значит, соответственно, когда употребляется приставка ill, если слово начинается на l, l. Например, как будет легальный? Legal. Нелегальный. Illegal. Логичный. Logical. Нелогичный. Illogical. Значит, грамотный. Как будет, кстати, грамотный? Literate. Literate. Безграмотные. Illiterate. И вот такое предложение хочу перевести. Значит, этот почерк неразборчивый. Как вы скажете? Этот почерк, this handwriting, неразборчивый, is illegible. Illegible, запоминаем. This handwriting is illegible. Тоже видите, prefix, приставка ill добавляется. This handwriting is illegible. Этот почерк неразборчивый. Видите, на L начинается, поэтому ill. И также это касается, соответственно, приставки im. Если начинается на m или на p, то мы обычно ставим im. Например, безнравственный. Как будет нравственный? Это moral. Безнравственный. Immoral. Зрелый. Зрелый, например, человек. Mature. Mature. Специально я уточняю mature, потому что зрелый, например, плод – это другое слово. Слово ripe. Ripe. А здесь, видите, здесь mature, зрелый. Человек mature, незрелый. Immature. На M или на P? Какие слова, наверное, на P вы можете вспомнить? Вежливый. Polite. Невежливый. Impolite. Impolite. Видите, на M или на P? Итак, irrational, irresponsible, irregular, illegal, illogical, illiterate, illegible. This handwriting is illegible. Immoral, immature, impolite. То есть вообще, да, действительно, обращайте на приставки и на суффиксы. В особенности на приставке, что здесь наибольшее количество ошибок возникает. И также обращайте на те слова, которые, видите, на ir, на ill, на im. Потому что есть определенные правила. Что касается, опять же, an, in, this, здесь правил нет, здесь нужно просто запоминать. Это первое, что нужно сделать. И есть еще очень важное упражнение, которым, друзья мои, я тоже вас призываю. Значит, в чем заключается это выражение, это упражнение? Вот у вас... Вот такой тест, давайте я вам проведу такой тест. Вот у вас есть слово, например, слово профессия, profession. И вот подумайте, сколько однокоренных слов вы можете образовать от этого слова, profession. Вот сколько, один, два, три слова, сколько действительно это можете сделать, подумайте. Итак, давайте, может быть, давать будет вам подсказки, так будет легче, и мы будем переводить. Профессиональный. Professional, professional. И также отсюда профессионал, professional. Далее, профессионально. Professionally. Видите, большинство наречий образуется с помощью суффикса ly. Профессионализм. Professionalism. Непрофессиональный. Unprofessional.
Непрофессионально. Unprofessionally. Далее, например, видите слово, вот встречайте какое-то слово, например, удивлять. Это слово surprise. И в голове у вас должны быть уже ассоциации. Вот сразу однокоренные слова, прям вот, не знаю, хотя бы вот два слова. Если знаете больше, например, четыре слова. Итак, удивительный. Surprising. Удивительно. Surprisingly. Неудивительный. Unsurprising. Неудивительно. Неудивительно. Unsurprisingly. Unsurprisingly. Ну, это легкое, видите, было. Professional, surprise. Давайте посложнее. Вот такие слова. Например, слово верить. Слово believe. Вот сколько вы можете вспомнить сами без подсказки однокоренных слов. Believe. Это знаете, как называется? Называется семья слова. Word family. Word family. Еще много лет назад, значит, сколько это было? Ну, пока подумайте, пока говорю. Значит, может, я был в 8 классе. Что, соответственно, я, может, не было 14 лет, около того. То есть, получается, где-то 17 лет назад, наверное, да. Ну, чуть больше, чем 15 лет назад. Наш ученик постоянно говорил word family, семья слова, семья слова. Но, действительно, мало тогда думаю, кто это понимал, но на самом деле сейчас понимание пришло со временем. Действительно, это очень важно. То есть, это ваш vocabulary, это ваш словарный запас. Вот вы какие слова можете придумать? Ладно, я подскажу. Давайте. Значит, невероятный. Невероятный. Unbelievable. Unbelievable. Еще нужно правильно написать. Unbelievable. Вот еще что вы можете сказать. Вот, и часто вот все, больше мы ничего не знаем. Вот если такое есть, это не совсем, значит, хорошо прокачан словарный запас. Значит, что нужно? Помимо грамматики, конечно, нужно больше читать и обращать внимание вот на именно эти однокоренные слова. То есть, когда вы видите, например, слово unbelievable, у вас должна быть в голове вот такая вспышка, что это от belief произошло, чтобы вот лучше эти слова запоминать. Unbelievable. Далее, вера. А слово believe. То есть вера, убеждение. Это belief. Belief. Наоборот, неверие. Это disbelief. Не верить. Disbelief. Видите, то есть может быть и dis, о чем мы с вами говорили. Там невероятно. Значит, у нас было unbelievable. Так. Unbelievably. Там невероятно высокий уровень. And unbelievably high level. Unbelievably. Что еще можно вспомнить? Давайте думать. Даже еще есть такое выражение, такое слово сторонник, соратник. Это believer. И запомните такое выражение, оно часто употребляется. Значит, I'm a great believer in the idea that. Значит, я большой сторонник той идеи, что. I'm a great believer. I'm a great believer. Обычно все-таки употребляется in, потому что мы говорим believe in the idea that. Можно больше сказать, что I believe in luck. Я верю в удачу. I'm a great believer in luck. Или, например, I'm a great believer in the idea that. Вот, видите? То есть, это основные слова. Ну, давайте, ладно, еще. Тоже такое не очень простое слово, может. Intend. Намереваться. Intend. Вот что вы можете еще от слова intend образовать? Какие слова вы можете образовать от слова intend? Намереваться. Давайте пока с легкого начнем.
Даже такое слово, как намерение. Это слово intention. Intention. Намеренный или преднамеренный. Intentional. Intentional. В принципе, это синоним deliberate. Deliberate или intentional. Intentional. Далее. Намеренно. То есть, сами знаем такое слово, я надеюсь. Deliberately. Deliberately. Но я думаю, вы найдете ошибку в прописании этого слова. Вот как вы думаете, что здесь нужно подправить в этом слове? Как вы думаете? Да, надо еще правильно писать слова. Deliberately, deliberately. Это deliberate. Или также намеренно. Intentionally, intentionally. Или deliberately. Значит, это deliberately. И вот видите, у вас должны быть также синонимы быть в голове. Deliberately. Deliberately. Или синоним какой еще deliberately. Вспоминаем, что это такое за фраза. Преднамеренно. Слово on purpose. On purpose очень часто используется. И, соответственно, антоним. Значит, не преднамеренный. То есть, когда не специальный что-то происходит. Не преднамеренный. Unintentional. Unintentional. Intentional. И, соответственно, наречие непреднамеренно. Unintentionally. Вот это словарный запас. Обращайте внимание, да, сложно вспомнить, да, слова нелегкие, но это просто урок на будущее, чтобы вы обращали внимание именно на это. Word family. Итак, видите, profession, professional, professionally, professionalism, unprofessional, unprofessionally, surprise, surprising, surprisingly, unsurprising, unsurprisingly, believe, unbelievable, belief, disbelief, disbelieve, unbelievably, believer. I'm a great believer in the idea that intend, intention, intentional, deliberate, intentionally, deliberately, on purpose, unintentional, unintentionally. My friends, thank you very much. We continue this playlist.